что делать? Ну, гид сказал нам, что это все делают туристы. Да. Фу, уже пятый день мы проснулись. Как всегда, иней на палатке. Холодина неимоверно. Ну да, Денис говорит, что не так уж и холодно. Кому как. Разговаривать там озвучим. Вон они там, это остряки. Все уйдет, от тебя к другому ходит. В общем, спалось фигово. Я тоже плохо спал? Ага. Совсем. Ой, извините, не выспался. Вон там, вон Килиманджаро. Мы будем вот как-то туда подниматься, вот туда будем идти. Там где-то есть лагерь, с которым мы будем уже потом на Килиманджаро стартовать. Сегодня нам предстоит дойти до лагеря. Там, ну, в принципе, ну, близко, недалеко. А потом уже с лагеря, ну, скинем все вещи, сделаем этот идеальный выход. Или акклиматизационный, как его называют. И все. И потом ночью, в 12 часов ночи, будем выходить на Килиманджаро. Как-то так. А пока тут... Ну да, камера не показывает ничего. В общем, красота там. Красота, красота. Утренний ритуал. Нам нафтали. Okay. Приносит водичку. Тепленькую водичку. Без льда. Не как в других походах, да? Мы тут все... Мы тут плескаемся, радуемся, отогреваем руки. Так что почувствую себя колонизатором. Вот, а вот это такая гора красавица. Мы будем на нее взбираться. О, все, сейчас мы принимаем утренние ванны. Как настроение, Денис? Боевое? Заебок. Да, мы по чуть-чуть собираемся. Солнышко встало, так стало тепло-тепло. Там вон Африка. Ночью так красиво там все видно. Плохо это, не удалось сфоткать. Ну, вернее, камера не смогла сфотографировать эту красоту. Ну, почти пол Африки видно. Вон Дениска губки красит. А мы по чуть собираемся. Я тут это педальки одеваю. Так что. И там вон луна. Видно? Не, да, видно луну. Вон она. И гора Меру. Так, это уже пятый день. Мы поднимаемся все ближе и ближе к вершине. Вот. Там вот дальнее видно гора Меру. А вот это вот Килиманджаро. Мои вон пошли вперед. А за нами он с лагеря вышла целая вереница. Тут внизу вот лагерь. Целая вереница таких же покорителей, как и мы. Вон там слева еще какие-то горы видно. Там вот пару озерцов и город Маши. В общем, очень красиво.
Ну, камера, как всегда, всего не передает. Так, я пошел догонять своих. Сегодня довольно-таки жарко. Это только утро, еще солнце высоко не поднялось. Но уже такая приятная теплая температура. Я думаю, пока мы доползем, то будет адское жарище. О, погода такая хорошая. Среди солнышка. Вон наша Килиманджаро. Тут такой небольшой, как сказать, небольшая полянка с камнями такими. Видите? Так красиво туристы понаставляли их. Мы думали, что вот это, ну, камни несут какое-то там, ну, вернее, местные их ставят. Но гид сказал нам, что это все делают туристы, то есть никакой они смысловой нагрузки не несут. Там куча камушков такое. Это посыпка там будет? Да. Ты с Непала начнем заходить. Вчера мы сделали идеальный выход. Это сегодня уже пятый день. Поднимаемся. Поднялись довольно-таки легко. Я думаю, даже быстрее, чем вчера, да, поднялись? Вот такая красота. Вчера не было видно Килиманджаро. Сегодня вот она, красавица. Видна. Или он, вулкан, это ж он, да? Гора, это она. Что? Могучий мэн. Так, нам еще идти. Как вам показать? Вот туда. То есть мы сейчас будем спускаться и подниматься вверх. А потом завтра оттуда на Килиманджаро. Все, продолжаем наше путешествие. В общем, виды очень красивые. Рекомендую посетить Килиманджаро. Вот одна из вершин. Получается, Килиманджаро там спряталась в тумане, в тучке. Вот еще одна вершинка. И видно, как по чуть-чуть тучки нас догоняют и накрывают. Вот там уже часть лагеря. Ну, думаю, мы уже практически поднялись в лагерь. И часть лагеря уже в тумане. Вот. Вот мы поднялись. Это Барафу кемп. Там за мной Килиманджаро. Да, есть. Вот. Все видно. Нас сейчас будут фотографировать. Добрались довольно-таки быстро и легко. Идеальный выход. Акклиматизационный. Все нормально добрались. Довольны. Там вот Килиманджаро. И вот там вот, если видно, да, вот там, где вот левая палочка показывает как раз на путь, который мы будем подниматься вверх, на вершину. Эти, там вот где-то вот в начале снега есть Stella Point, это типа первая точечка. Мы туда поднимемся и пойдем дальше. Сюда мы от нашего лагеря добрались за часик где-то, получается. Здесь, ну, есть место, где можно ночевать. Но для того, чтобы здесь ночевать, нужно специальное разрешение. Поскольку здесь нет ни туалета, ничего. И надо с собой брать переносной туалет. И сегодня ночью мы будем штурмовать вот ту вершинку. Местный нашел сосульку там в пещере. Прикольная такая сосулечка. Принес нам ее показать. Мы сейчас доходим до 5000 и будем спускаться обратно назад на ланч. Окей, okay, very good. Сосулька. Барафу. Барафу? Барафу. Барафу? Да. Сосулька. Сосулька, да. Вот мы сделали идеальный выход.
акклиматизационный на 5000. Делаем специально, чтобы завтра, как бы каждый день, чтобы каждый день по 500 наращивать, ну 500-600, завтра мы нарастим еще 600, то есть 5600, да, получается она высотой? Ну, я не помню. Вот, отдыхает, оно, видео. Килиманджаро! Хакуна Матата! Не знаю почему, но мне волнует. Мне в Килиманджаро постоянно хочется кричать. Вот именно классно здесь на горе. Очень много эхо хороших покричать. Так что, когда покричишь, легче становится. Так что рекомендую крик в Килиманджаро. Хакуна Матата! Килиманджаро! Хакуна Матата! Санге. Все, а теперь идем вниз. Спускаемся вниз. Сейчас что-то отдышимся или сразу? Я, в принципе, готов. Да. Все, последние приготовки к подъему. Сейчас мы уже собираемся спать, ложиться. Сегодня пораньше, чтобы в 12 часов уже выйти и пойти на штурм Эверест. Тьфу, блин, Эверест, Килиманджаро. На штурм Килиманджаро. А сейчас пока вот закат идет. Такие вот красивые виды. Красота неописуема. Очень красиво. И вот туда мы пойдем. Уже, можно сказать, сегодня, через несколько часов. Все, иду готовиться спать.